проходя по городу, мне внезапно предложили пройти бесплатно тест. Так, а тест это что, на вынос нельзя, да? Усилие взять можешь? Круто. Ну, как зачем? Вон, ты видаешь, лучше будет. Да. Сколько такого надо? А ты ответил на 200 вопросов? Отвечаю. Далее проводят анализ вашей анкеты, говорят, какие у вас проблемы, и предлагают записаться на платный тренинг или же купить литературу. Я не стал на этом заморачиваться.